редакцию наших новостей вновь поступают сообщения об изменившей цвет пивоварки. Неравнодушные сняли на видео побелевшую воду в реке. Опять в речку сливают какую-то парашу. Вода бежит непонятного цвета. И это уже далеко не первый случай. Напомним, по результатам проверок Росприроднадзор выявил целый ряд нарушений. Анализ воды показал многократное превышение алюминия, титана и нефтепродуктов. Присутствие этих элементов в воде может привести к токсическому отравлению, причинить вред человеку и окружающей природной среде. По информации природоохранной прокуратуры, вещества могли попасть из ливневой канализации в районе улицы Малахова. Кстати, ведомством было принято решение передать материалы проверки в следственные органы. По факту неоднократного загрязнения реки Пивоварка, возможно, будет заведено уголовное дело.